Праздник красоты и грации. Во Дворце спорта Александра Винокурова стартовал открытый чемпионат по художественной гимнастике города Петропавловска. Больше 200 участниц будут бороться за главные награды. Моя коллега Дарья Пышмынцева побывала на открытии соревнований. Это ежегодные соревнования. Участницам от 4 до 13 лет. 7-летняя Аделя Мир занимается художественной гимнастикой чуть больше года. Девочке нравится выполнять сложные элементы. Где бы я ни появилась, где бы ни прошла. А сейчас на ковре Алена Меос. Заниматься художественной гимнастикой начала год назад. Ее привела мама. К соревнованиям она готовилась не один месяц. Я люблю очень гимнастику. Хочу достичь хороших достижений, оценок. Я сегодня займу первое место. В Петропавловске художественной гимнастикой занимается больше 500 человек. Среди участниц чемпионата есть призеры областных и республиканских состязаний. Главный судья соревнований уверена, что побед станет больше, когда на этот вид спорта обратят внимание. Более развитая гимнастика – это в городах-миллионниках. Это Алмата, Астана, это Шымкент. У них много частных школ, много государственных школ, много тренировочных баз. А у нас в городе нет ни одной базы для художественной гимнастики специализированной. Победительница соревнования получит грамоты, медали, а также памятные подарки. Из них сформируют команду на областные состязания. Дарья Пышмынцева, Михаил Казначеев, новости МТРК.